Вот такая атмосфера сейчас повсюду. В Германии, по крайней мере. Вроде рождественское время. Но такая время апатии, что ли. Вот рождественская ярмарка. Полностью опоясали забором. Есть вход. И вход только для привитых и для выздоровевших. А здоровые люди сюда зайти не могут. Вот такая политика. Это теперь все сверху. Здесь такая большая площадка, вход, видать, в китайский ресторан. И у кого нету доступа на этот базарчик, может наблюдать сверху. А за пределами рождественской ярмарки сегодня еженедельный рынок. Здесь вот флористы продают все такое. Это венки на кладбище. Красивые, оригинальные. Ну и как в старину, каждый свою продукцию еще. Не всегда свою продукцию. Ну, продавцы с различными товарами. Хлеб, булочные изделия, мясо, колбасы, там овощи, фрукты. Здесь рыболочная продукция, тоже и хлеб, булочные изделия, все в куче. Здесь опять флористы. Ja, ich mache Werbung für euch. Тетенька возмущалась, что снимаю ее букет. Надо было спросить. Или говорю, что рекламу сделаю. Нет, все равно надо спросить. Украду ее авторский проект букета. А здесь национальная немецкая пища, сосиски, булочка. Там одежда у нас. Товары шелкового пути. Ну и все такое. Италия, видите? Свежая из Италии привезли. Видать, я уже что-то пропустил. Италию, наверное, перенесли в Китай. Римская империя туда теперь ушла. Пока нету народа, хочу показать, как выглядит внутри.
пока здесь нету никакого контроля. Вот. В будочке сидит тетенька или дяденька, видать, и проверяет вас на вменяемость. Это город Пиннеберг. Стоят различные палатки. Здесь в этом домике продают, скорее всего, горячительные, да, напитки, типа глитвейна и разные другие горячие алкогольные напитки, ну и не алкогольные тоже. В этих будочках можно сидеть, попивать, разговаривать. Также вот это мне понравилось, сейчас покажу. По краям торговые лавки, а посредине сделаны вот здесь такие, ну сейчас они в кучу составлены, такие столы с высокими стульями. Здесь проще все. А здесь вообще оригинально, мне понравилось. Подвесные столы. Железный каркас. И на этом каркасе подвесные столы. Так-то. А посередине разжигают огонь, чтобы было тепло. Редкая возможность снять без людей. Здесь тоже оригинально, такого из натуральных брусков. Обшитые мехом. Столы оригинальные. Бочки стоят как столики. Ну и там также. Там тоже такие обшитые мехом. Деревянные чурки, выдолбленные в виде стульев. Столы массивные, что-то типа в стиле средневековья сделано, атмосферное такое. Здесь вот такая, такой закуток рустикальный. Опилки насыпаны, чтобы ноги не мерзли. Правда, сейчас они сырые. И все равно лучше стоять, чем на земле, на гранитных плитах. Ну так, само по себе атмосферное место здесь. Маленький уголок для детей. Примитивной карусели, но зато разноцветной, детей это тянет. Взрослые не могут понять, для чего это детям на такой простой прокатиться. А дети просто лучшего не видели, они познают мир. Сани такие оригинальные. Трон. Вот такие рождественские ярмарки здесь. Здесь тоже посередине можно стоять, греться. Небольшой прилавочек, поставил свой глютвейн и траля-лякой. Стой, грейся. Вот так вот. Теперь выходим. Снаружи, правда, тоже стоят. Не знаю, здесь, наверное, можно всем остальным отовариваться. Поехали домой.